Всем привет, друзья! В эфире GetLens, с вами я, Лена, и сегодня у нас выпуск рубрики «Как это снято?». Мы тут чуть-чуть надымили уже, у нас в кадре модель, голый мужик Андрей. Андрей, уходи. Что хотел сказать? Финальные кадры вы уже, скорее всего, видели, когда мы сравнивали вот этих двух красавцев, и у вас, наверное, возникает закономерный вопрос. А что мы решили вернуться к этим картинкам? А я вам отвечу. Сезон свадеб у нас уже практически закончен, все плавно перемещаются в студии и в помещение, и наступает сезон контент-съемки. И вот конкретно эта схема света отлично подойдет для рекламы каких-нибудь фитнес-центров, персональных тренеров, спортсменов на локациях, где они тренируются, в общем, всего того, где у нас в фокусе культура тела. И если вы хотите простой, действенный рабочий сетап, то смотрим дальше. У нас на Андрее ничего, кроме пластыря. И классный свет, главная фишка которого — это стрипбокс, который у нас располагается четко над Андреем, причем не горизонтально, а вертикально. Тем самым мы получаем вот этот мягкий струящийся свет, который подчеркивает весь нужный нам рельеф. А если бы мы применили здесь нашу любимую схему под 45 градусов, то тогда бы у нас получилась просто мягкая, неконтрастная чепуха. А чтобы сделать картинку более занимательной, мы в качестве моделирующего источника поставили два дедолайта чуть выше Андрея, сзади него, и направили свет прямо ему в плечи. Вы можете направлять туда, куда вам угодно. И использовать в качестве этого моделирующего света, опять-таки, все, что есть у вас. Либо фотофонари, либо вспышки. Только поставьте там зум 105 мм, чтобы сузить пучок. Ну и вишенкой на торте этой схемы все-таки является дым, который некоторые из вас недолюбливают, потому что якобы создается эффект пожара. Ребят, просто нужно дать дыму некоторое количество времени, чтобы он рассеялся. И тогда визуально пространство в кадре будет более плотным и осязаемым, а все лучи от источников очень красиво прорисуются. Переместились на улицу, потому что вы давно просили нас показать, как снимать в городе при вечернем освещении. И вот момент настал. Логика действия у нас здесь будет такая же, как в кино. То есть сначала выстраивается сцена и весь свет на ней, и только после этого туда помещается герой. Мы так и поступили. Нашли локацию, которая максимально подходит под наши требования, а нам нужно было, первое, мощный заполняющий источник света, поэтому мы встали под яркий, мощный уличный фонарь. И второе, нам нужны были какие-то огоньки яркие на фоне, и роль их у нас выполнили машины и вывески магазинов. И вот, когда вся сцена у нас была полностью готова, мы поместили туда Андрея и точечно, как кисточкой в лайтруме, подсветили его моделирующим светом для того, чтобы лицо совсем у нас не ушло в тень. Мы использовали светодиодную палку Blaze, ну а вы можете взять с нас пример и использовать то, что есть у вас. Ну и, собственно, так как дыма у нас здесь на улице нет, вишенкой на торте этого кадра у нас стал мист-фильтр, который смягчает все фонари на фоне и делает картиночку более такой красивой и киношной. На этом все, ребят. Тут капец как холодно, поэтому я пошла, а вы берегите себя и снимайте профессионально. Пока!